Умерла актриса «Иронии судьбы» или «С легким паром» Елена Наумкина. Умерла известная советская актриса театра, кино и телевидения Елена Наумкина. Она больше всего запомнилась зрителям благодаря роли в новогоднем фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Легендарная артистка ушла из жизни в возрасте 73 лет, пока причина ее смерти остается неизвестной. Об этом сообщается на сайте кинотеатр.ру. В «Иронии судьбы» Наумкина сыграла буфетчицу в аэропорту и не была упомянута в титрах. Также она снималась в картинах «Дом у кольцевой дороги», «Возвращение Будулая» и других. Кроме того, актриса играла в театре. Елена родилась 24 мая 1948 года. После окончания высшего театрального училища имени Щукина в 1971 году была принята в труппу Московского художественного театра. Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1969 году, когда она сыграла главную роль в картине Динары Асановой под названием «Рудольфио».